Всем добрый день. Это видео для тех родителей, чьи дети внезапно оказались за границей, но хотят продолжать заниматься гимнастикой в то время, пока они не могут вернуться на родину. Надеюсь, потом все детки наши смогут вернуться назад, и что у них еще будут их квартиры, дома, и они смогут начать опять свою жизнь здесь. Мы создали такую небольшую карту с помощью наших коллег. Я вот сейчас покажу просто, как ее пользоваться. Вот у вас слева вот такое есть выезжающее меню, вы на него можете нажать. И здесь есть разные виды гимнастики. Например, если вы занимаетесь акробатикой, вот у вас у нас есть некоторые уже клубы, которые присоединились и которые готовы предоставить вам очень много всего. Вот вы можете нажать сюда, и, соответственно, тут у вас выезжает вся информация по данному месту, да, вот это конкретно в Польше, в Варшаве, где ребенок может продолжать заниматься акробатикой. Или то же самое, вы можете аэробику выбрать. Конечно, художественной гимнастики больше всего, но, в принципе, то есть и женская гимнастика спортивная, и мужская спортивная гимнастика, и батут, и аэробика, и акробатика. Вот, надеюсь, это вам поможет. Ссылка в описании к этому видео. Вся другая информация тоже будет там. Все, спасибо вам большое, мы победим обязательно.